Так, мои дорогие, сейчас я делаю песочное печенье. Что сюда нужно? Здесь у меня 200 грамм масла. Такого полурастопленного, полумягкого. Сюда мы должны насыпать стакан сахара. Тут большой стакан, тут половина получается. Стакан сахара. Одно яйцо. Одно яйцо. Щепоточку соли. Щепотка соли. Пол чайной ложки соды. Вот так вот. И вот это все мы сейчас хорошенечко перемешиваем. Сюда будем добавлять муку и мешать, чтобы оно получилось как тесто. Ё-моё, это будет нереально калорийное печенье. Представьте, да, 200 грамм масла. Офигеть. Оно замечательно вот мешается. Я этот бокал пустила под сахарницу. Когда переезд был, вот это вот все было, она под рукой оказалась, у меня стала сахарница. И так теперь и продолжается. Так, все мешаем, размешиваем. Добавляем сюда муки. Хватит, не хватит, но у меня есть еще мука. Вот так, примерно стакан я ложу. И начинаем это хорошенечко вымешивать. Потом раскатаем, короче, пласт. Выдавим печеньки стаканом. И получатся очень вкусные, песочные, нежные, мягкие, вкусные печеньки. Так. Сейчас потом сразу начнем жарить рыбку. А к рыбке я все-таки решила отварить просто картошку. Просто отварить картофель. Так, муки мало, добавляем еще. Вот, смотрите, по идее тесто очень не должно прилипать. Все. Да, понимаете, все, она пустая. Так, что моя пухля? Мы ее выбрасываем. А что я буду кушать на обед? У меня готового ничего нет. Есть только... Я делала такие, знаете, печеньки. Сейчас покажу. Овсяное. Но это такое, короче, на завтрак. Вот я за завтрак штуки 2-3, короче, съедаю. Вот. Осталось мне на 2 завтрака. И все. Бывает, на ужин могу заменить ужин вот этим вот печеньем. Нифига, короче. Надо этот... Доставать еще муки. Это мало. Ну-ка, уходи, пухля, иди сюда, не надо залезть. Вот мука. Все, наверное, вот этого будет достаточно. Что у меня тут все наставлено, наставлено. Это можно убрать сюда. Соль. Это можно убрать сюда. Я уже заправила сольницу. И вот соль, как всегда. И эта кошка тоже ходит по столам. Но я ее ругаю, чтобы она не ходила. Ну, где отсюда? Видели, красотка какая? Ой, вообще артистка еще та. Как она спит, какая милота. Я на нее смотрю и просто умиляюсь. Все, я так считаю, что это ложкой уже не нужно месить. Я буду месить руками. Да, какое нежное тесто. Очень. Борщик хочу сварить.
такой, знаете, легенький, диетический, без мяса. Так, все, я вывалю. То есть, вот, чтобы вы понимали, это вот прекрасное тесто, даже не остается на дне тарелки, практически не прилипает к рукам. Что там у меня такое? Вот, все, теперь я его вымешиваю на столе. Муки нужно столько, чтобы, знаете, сформировать печенюшки. Потом можно было его раскатать. Пергаментную бумагу постелю. Ага, еще муки надо. Так вот. Не знаю, рассказывала я вам, не рассказывала. Мне, короче, знакомый позвонил. Подогнал мне, по-моему, было 5 ящиков винограда. Но виноград был уже, короче, там нужно было перебирать его, конечно же. Половина и то у меня выкинулась. Вот из той половины, что было, у меня получилось 70 с лишним. Подожди, 10, 20. 10, 20, 30. И тут 65, короче, банок компота. 65 банок компота. Очень вкусный компот. Чисто просто черный виноград. Больше ничего не добавляю. Это очень вкусно. У нас у бабушки были эти 9 дней, 40 дней. Я свекровке говорю, вы не делайте, компот, говорю, не это, не варите. Я говорю, вам банки дам, разведете и все. Ей принесла. Так это, представьте, еще 2-литровая банка, он-то сладкий, его еще разбавляли мы. Короче, я и первый раз, по-моему, 4 банки дала, и второй раз 4 банки дала. Вот и этот. А, нет, я вру. Я давала на 40 дней, и... Блин. И, по-моему, свекру на день рождения. Да, 4, 8 банок я им дала. Я ей до этого позвонила, я говорю, что, как компот? Она говорит, Юля, обалденный. Я говорю, во-во, вот так вот. Так я его по магазину раскидала, как обычно. Бизнес-вумен, блин. Витёк психует, говорит, мама, ты хоть для дома что-то оставь, оставила. Для дома тоже. Вот такие вот дела. Все, я так думаю, что больше я не буду муки добавлять. Да, и да. Борщик, салат хочу, короче, сделать. Прям вообще кайф. Тесто бесподобное. Вот получилось, короче, вот такой вот колобочек. Представьте, сколько из него будет печенья. И затрат практически никаких. Все есть у вас дома, из чего вы можете это приготовить. Одно яйцо, 200 грамм маргарина или масла. В общем, у кого что есть. Потом... щепотка соли, стакан сахара. Щепотка соли, стакан сахара. Что еще? Щепотка соли, яйцо. А, и пол чайной ложки соды и муки. Вот делаем тесто. Сейчас я его размяла. Я даже не брала этот скалку. Я его так размяла примерно... Ну, в сантиметр, наверное, чуть-чуть меньше. Берем стакан. Берем противень.
Надо противень мне вытереть. Я помыла только что, пицца там была. Там была пицца. Витя в пятницу захотел пиццу. Кусочек съел, и его приехал папа забрал. Так что у нас еще один кусок я съела. Короче, половина пиццы мы слопали, половина еще есть. Сегодня воскресенье. Так, все. Противень у меня подготовлен. Пергаментная бумага. Можно без, мне кажется, без пергаментной бумаги. Спокойненько. Я хочу на пергаменте. Так, вот и все. Сейчас я вот сюда это поставлю. Вот. Все. А где бокал я брала? Кофе мою. Я попить хочу. Горькое и вкусное. Странно, почему я люблю горькое? Я люблю горький шоколад больше, чем молочный. Вот такие печенюшки. Выкладываем. Что ты хочешь, моя принцесса? Так. Надо побольше их сделать, чтобы не пол противня было, а побольше. Вот они прям стаканчики. Хопс. Хопс, вот такая печенька. Сейчас я попробую их сделать. Если они залетят, а они залетят, я уверена, то я видела в фикс-прайсе, продаются формы для печенья в форме звездочек, там всяких зверят. Блин, почему я раньше так не делала? Такая вкусняшка. И я знаю, что будет очень вкусно. И это чувствую. Я переживала, что у меня не влезет, а у меня тут еще и места, представляете, не хватает. Конечно, мне не хватает места. Ё-моё, что ж делать-то? Сейчас будем мастить. Так. Я не думаю, что оно будет сильно вздуваться. Так. Сегодня Витюша с деревни приедет. У него парикмахерская на 4 часа. Вот, видимо, Юра его сначала в парикмахерскую повезет, а потом привезет домой. Так, что же делать-то, а? Как вместить? Не хочется второй раз потом духовку ставить. Тем более плетлон мало. Нет, вы знаете, придется. Придется второй раз. Потому что, короче, не делай их туда ляпать. Раз, два, три. Ну, грубо говоря, еще 4 печеньки туда войдет. Что ж делать, а? Не знаю. Может, 2 противня засунуть в духовку? Одну стеклянную, а одну такую. Как вы думаете? Сейчас попробуем. Вот
окна, короче, стеклянные. Раз, два, три, четыре, пять, шесть туда войдет. Стеклянную. Я вот так попробую. Раз, два. Уся, что ты хочешь? Три. Да, сейчас я вам покажу, что я, короче, сделала. Некоторые печеньки будут ровные, а некоторые будут, короче, вот такие вот, с изгибом. Вот, мне надо еще три печеньки, чтобы получилось. В один противень, короче, войдет. Два. Еще можно две даже сделать, но две у меня не получится. Получится одна. Все, последняя. Вот он получился, целый противень печенек, друзья мои. Из ничего. Все, что есть у вас дома. Бегите, готовьте.